С 12 по 19 января Европейский Евангелический Альянс приглашает христиан и церкви по всей Европе принять участие в неделе молитвы. Это старая традиция, которая восходит к году после основания Евангелического Альянса в 1846 году. «Мы считаем, что начинать год в молитве – это мудрое решение», сказал глава Испанской Евангелической Ассоциации Евангелический Альянс Исраэль Монтес. Тема недели молитвы 2020 года – «Путь домой, как безопасно путешествовать». В этом году мы будем концентрироваться на безопасности, которую имеем на пути в небеса и на нашей идентичности во Христе, отметил Монтес. К неделе молитвы разработаны материалы, содержащие библейские размышления, благодарения, исповеди и просьбы на каждый день. Тема недели молитвы совпадает с названием ежегодной встречи Европейского Евангелического Альянса.